Есть у меня троица, трио такое замечательное. Это Сава Рыбкин, это Катя Тупицына, это Рома Кульпин. Все высокого уровня для своего возраста, очень высокого уровня. Приезжают с турниров из-за границы, все выигрывают. И так с ними интересно работать. Придумываю, даю, переложив свою легкую атлетику на упражнения для теннисистов. Ночью просыпаюсь, я придумываю эти упражнения, а потом мы их реализуем здесь, и они все делают. Они делают все, выполняют, они стараются. У них получается, но где-то не получается, где-то не заходят. Такая обратная связь, спрашиваю, как это идет упражнение, годится, не годится, эффективно, неэффективно. Они свою оценку дают. Это такая творческая работа идет. Не могу дождаться, когда они приедут с турниров, чтобы опять продолжать с ними работать. Задачи, которые решаем, скорость, координация, плюс еще для подачи это все метания, плюс бокс еще добавили, в бассейне тренировку проводим. То есть расширяем вот этот диапазон, арсенал, чтобы и тренировки были жесткие, интенсивные, скоростные, ну плюс, чтобы еще были релакс-тренировочки, потому что там и восстановление, и игра, и расслабление, все вместе. Работать много они умеют, еще бы вот научить их восстанавливаться как следует. Все замечательные ребята, все. Но вот это трио работает так, как никто. Я просто любуюсь, получаю эстетическое наслаждение от работы, вот глядя на них, таких молодых, красивых, стройных, и таких ловких, координированных, и быстрых, и совершенно замечательных ребят. Просто чудо какое-то. Спасибо им всем за такую работу на тренировках, за такую отдачу, за такой вот порыв прекрасный. Я очень рада, что я здесь. Мне все нравится, правда, очень. Приходите к нам.